Вот, друзья, я представляю вам изменения в моем гербу. О-о-о, видали? Вилка вместо угломера. Потому что, вы сами понимаете, у меня блог-то, канал кулинарно-токарный или токарно-кулинарный на морскую тему. Осталось, значит, сюда якорь и надпись. Представляете? Логотип. И все будет готово. Надпись, я вам уже говорил, повторю еще раз и объясню, почему я хочу именно эту надпись. Значит, ну сейчас я давайте свой фейс вам покажу и все объясню. Вы мой герб увидели, теперь посмотрите на мой фейс. Итак, продолжаю. Вы мой, значит, герб видели. И я сейчас расскажу вам про надпись. Почему я хочу разместить, с какой целью я хочу разместить надпись. Подпишись на Такибану, будешь иметь нирвану. Такибана и нирвана с большой буквы. Это я испытываю надежду на логическое мышление мужчин России. Понимаете? Будешь иметь нирвану. Нирвана с большой буквы я пишу. Потому что нормальный мужчина подумает, нирвана это женщина. Понимаете? А иметь на русском языке, вы знаете, что означает? Представляете? И народ попрет на мой канал, чтобы поиметь нирвану. Представляете? Ну, я не буду вам лично объяснять, что такое нирвана, но многие-то, наверное, не знают, что такое нирвана. Представляете, друзья? Вот у меня надежда на незнание и на логическое мышление мужчин России. На иностранцев я не надеюсь. Им надо конкретно сказать. Понимаете, вот, допустим, англичанину надо сказать так. Подпишись на Такибану, будешь факать нирвану. Представляете, и американцу также, понимаете, хотя у них извращенный английский, но все равно они подумают, что а иметь имеет много значений в русском языке, друзья. Но я не учитель русского языка, я вам объяснять не буду. Итак, друзья, мой герб скоро будет готов. Вилку я не уберу, друзья, потому что это означает кулинария. Я же вам рецепты своего личного питания. Оно, похоже, качественное, потому что я еще и живой. 37 лет мне жить надо. Ну, якорь осталось, морскую тематику. В серединке вот этого... Давайте перейдем опять туда, друзья, вот туда перейдем. В серединке, значит... Вот здесь будет якорь и вокруг надпись. Подпишись на Такибану. Будешь иметь нирвану. С восклицательным знаком. Представляете, какая красота, друзья. И сразу у меня подписчики. Ой, особенно мужского пола. Очень много подписчиков станет у меня на канале. Друзья, я, конечно, не жадный. Ну, какая-то доля корости во мне есть. Хочется что-нибудь заработать, понимаете. Наш вождь, скунс ароматный, Владимир Владимирович Путин, назначил мне пенсию, конечно, хорошую, но очень маленькую. Вы можете себе представить, без 100 рублей 13 тысяч я сейчас имею. Друзья, а если бы я не работал вот на этом Васе, я бы вам ничего не показывал, ничего не транслировал, и не было бы у меня герба для моего канала, представляете? Потому что на 13 тысяч, из которых 3 отдаю за хату, остальное... Ой... 3 это летом, я сказал. Зимой больше. Отопление почти столько же стоит. Козлы. Я имею в виду чиновника. Ну ладно, все, я заканчиваю.
оцените мой логотип. Я принимаю подсказки, но изменений, друзья, к вашему сожалению, больше не будет. Я, кстати, заметьте, какую чашу сделал, какую красивую чашу. Я ее украсивил, подточил, еще хлеще сделал. Теперь она похожа на Грааль, понимаете, на Грааль. А в нем лежит земной шар. Это символически. Символизирует, что... Ну, догадайтесь сами. Я не знаю, что он символизирует. Но Грааль – это кубок. Некоторые подумают, что это рюмка такая, из которой пьют спиртные напитки. Нет! В этой чаше, эта чаша наполнена знаниями от науки образности, от науки Такебана. Поняли? Как я круто сказал? Ну ладно, друзья, я заканчиваю. Репортаж окончил. Последний вариант я скоро вам покажу. Картинка скоро будет готова. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, приходите, я вас жду всех. Всех мужчин, которые хотят иметь нирвану. Нирвану. Две ноги. И уши. Спасибо за внимание.